Оркестр «Джаз Филармоник Оркестра», руководитель Кирилл Губякин. Они сегодня весь день проведут здесь, на сцене. А это еще одна мистика. В 2009 году, когда отмечали юбилей «Джаз Филармоник Холла», я был председателем комиссии по культуре, я был на этом вот празднике, на этом событии, я был с вами. И был на этом концерте. Я даже подумать не мог, тогда какие-то молодые ребята вышли, сыграют, по-моему, неплохо. Я даже подумать не мог, что вот сегодня я буду вручать этот диплом. Это просто вот, заканчивая то, с чего я начал, что сегодняшний день это вот какая-то мистика. Ребята, я очень рад за вас. Вы знаете все, кто здесь собрались, наверное, нет, что это вот довольно зрелый уже коллектив с великолепной историей. Ребята выступали и в филармонических залах, и в Большом и Малом Шереметьевском дворце. Они ездили и представляли наш город, официально представляли наш город на Сочинских Олимпийских играх. То есть на сегодня это совершенно драйвовый, сложившийся, совершенно замечательный, яркий и совершенно петербургский коллектив. Я просто самыми теплыми чувствами вот поздравляю вас с этой победой, ребята, и надеюсь, что еще не раз услышу вас и в этих стенах, и в других. Растите и радуйте всех нас своим талантливым творчеством.